Не хотите тратить много времени на подготовку к приготовлению гарнира? Тогда возьмите на заметку этот рецепт запекания картофеля. Это не только вкусный, но и очень полезный гарнир. Розмарин – одна из моих любимых трав, которые используются в кулинарии. Но если вы не любите эту пряность, то можете заменить на любую другую, например, укроп. А я расскажу подробнее, как приготовить картошку в мундире в фольге в духовке. Картофель – 10 штук молодой. Розмарин свежий – 2-3 штук веточки. Масло оливковое – 2-3 столовые ложек. Количество порций – 10. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Молодой картофель тщательно помойте и обсушите. Фольгу нарежьте такими кусками, чтобы можно было обернуть каждый клубень по отдельности. Выложите картофель в фольгу и смажьте кулинарной кистью оливковым маслом. Выложите на картофель листочки розмарина. Заверните картофель в фольгу, разложите на противень и запекайте 40-60 минут при температуре 180 градусов. Время запекания зависит от размера выбранного картофеля. Картофель готов. Очень вкусно подавать в виде гарнира к мясу или рыбе, со свежими овощами или же просто с морской солью. Приятного аппетита!